Сегодня Большой зал филармонии открывает свой очередной 89-й филармонический сезон. Впервые в истории филармонии сезон открывает не филармонический оркестр, а их филармонии, как известно, два, а приглашенный коллектив. Это Национальный симфонический оркестр города Лилля, французский оркестр. И приезжает, он приехал к нам не случайно, конечно, у него тур по всей России, и открываются его гастроли по России именно в Петербурге. Известно, что 2010 год объявлен президентом России и затем президентом Франции, годом Франции в России и России во Франции. Именно в связи с годом Франции в России мы решили предоставить такую честь французскому оркестру открыть сезон Петербургской филармонии. Программа очень интересная. Это музыка французских композиторов, классиков, музыка русская. Это и Дефалья, и Бизе, и Берлиоз, и свита из балета Стравинского «Жар птица», премьера которого состоялась в Париже, поэтому не случайно. Ну, а дирижер нашей публике уже хорошо известен. Он неоднократно выступал с нашими петербургскими оркестрами, и первым, и вторым, Жан-Клод Казадезюс. А вот меццо-сопрано, которая будет солировать в кантате Берлиоза «Смерть Клеопатры», она неизвестна петербургской публике, но известна в мире — Софи Фурнье, и я уверена, что все наши слушатели получат сегодня огромное удовольствие на этом концерте. Если говорить о планах сезона на будущее, то мы завершим к концу 2010 года наши французские крупные проекты, и фестиваль «Площадь искусств», который состоится в декабре, будет посвящен тоже этому событию, поэтому большая часть музыки, которая будет исполняться на фестивале, это французская музыка, ну, конечно же, и русская, которая звучала во Франции, имела очень большое значение для французской музыкальной культуры. У нас будет еще один гастролирующий оркестр из Франции, это выдающийся коллектив с выдающимся дирижером, оркестр «Симфонический радио Франс». Он выступит на площади искусств 17 декабря. Кроме того, будет коллектив в малом зале, это камерный коллектив «Трио Шассон», с такой франко-польской программой. Там наряду с произведениями трио французских композиторов будет исполнено трио Фредерика Шопена. Ну и среди еще оркестров больших, которые к нам приедут, я обязательно назову Московский симфонический оркестр, которым руководит Павел Коган. Этот концерт состоится в марте. И в июне на фестивале музыкальной коллекции у нас выступит оркестр
княжества Монако под управлением Якова Кройцберга, так что насыщенный достаточно гастролями сезон. Ну и, конечно же, планы наших оркестров. У нас много абонементов, много новых идей, много премьер. Поэтому думаю, что для публики филармонии будет сезон очень интересный.